нас есть заключение ГИМСа. На открытые пляжи. Я говорю, ладно, возьмите. Чтобы комиссия дала зеленый свет для отдыха юных россиян, собственники должны выполнить около 20 пунктов из списка первоочередных мер безопасности. Главное – это количество персонала. К примеру, на этом небольшом пляже дежурить обязано не менее 3 спасателей. Должна быть и спасательная шлюпка. Особое внимание к медкабинету. Комиссия предупреждает собственников и арендаторов. Проверки теперь будут внезапные. Зоны для отдыха детей на море должны соответствовать требованиям специальных норм безопасности все время работы пляжей. Тем не менее, представители мэрии курорта уверены, ЧП, подобное тому, которое произошло в Карелии, в Сочи, не могло произойти. У нас до автоматизма распространение информации просто на уровне подсознания. Если руководители наших лагерей оздоровительных, всех субъектов, кто занимается организацией отдыха, получили штормовое предупреждение, тут же автоматически они включают режим штормового предупреждения, как произошло в Карелии. Это недопустимо. Ситуация – это полная профанация и полный непрофессионализм. Конечно, такого в нашей системе не могло произойти, это 100%. Об усилении в Сочи контроля за санаториями, отелями и пансионатами, где отдыхают дети, говорил на совещании и глава города. Мэр подчеркнул, все средства размещения на курорте прошли аттестацию и получили паспорта готовности. Теперь необходимо усилить контроль за выполнением требований и напомнить всем, кто организовывает отдых детей, что они несут персональную ответственность за безопасность юных отдыхающих, о чем, по всей видимости, забыли в лагере в Карелии. Равнодушие, цена, когда не выполняются инструкции, цена расхлябанности, но она дорогая цена. Это дети. И естественно, что всем нам надо сделать выводы. Инспекционным группам, они сформированы в каждом районе курорта, предстоит проверить около 50 средств размещения, которые принимают организованные группы детей, и провести там дополнительные инструктажи по безопасности детского отдыха для персонала. Итоги рейдов подведут в мэрии города в начале следующей недели на специальном совещании. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.